Губкинских учеников проверяют на наркотики. Ежегодное профилактическое тестирование проводится в несколько этапов. Основные – осмотр детей и анализы. Если сравнивать с результатами того года, были у нас, получается, три случая, когда при предварительном химико-токсикологическом исследовании что-то находили, но в итоге ничего не подтверждалось. Это могут быть те же самые успокоительные средства, которые корвалол, полокардин. Возможно, там какие-то препараты от кашля, которые кодеин содержащие, тоже могут показать. Ничего страшного в этом нету на самом деле. То есть, если это по назначению врача, то и проблем никакой нету. Тестирование школьников проводится с понедельника. За 2 дня обследовали более 150 человек. Наркопотребителей не выявлено.